Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Toyota Land Cruiser Prado 150. Автомобиль поехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Пол в салоне, фибропласт присутствует. Задние двери, угол металл, слышите, как звенит. Передние двери смотрим. То же самое, угол металл. Крыша. Пусто. Смотрим, что у нас в багажнике. В багажнике у нас задние арки в голометалл. Это одни из самых шумных мест автомобиля. На полу в багажнике два таких вот небольших квадрата. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта на Toyota. Проклеим наш пол в багажнике, проклеим задние арки, крылья. Все тщательно прокатали валиком. Проклеили также крышу. По дверям. Двери мы клеим 4 слоя, показываем первых два. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель, толщина его 6 мм. Также закончили работу по проклейке пола в салоне. Смотрим дальше. Приклеить шумоизоляцию на Toyota Land Cruiser Prado 150. Проклеим у нас пол. Шумопоглотителем в багажнике проклеены задние арки, крылья. Арки мы клеим мембранной шумоизоляцией. Также клеим мембранной шумоизоляцией потолок. Двери проклеили третьим слоем вибропласт 2 мм. Пол в салоне также мембранная шумоизоляция используется. Толщина ее 7 мм. И четвертый заключительный слой шумопоглотителя мы проклеили на дверные обшивки. Толщина 15 мм. Забираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!